Сегодня, открывая новый цирковой сезон, мы говорим вам: любите цирк. Любите цирк так, как любит он вас. И тогда он вам откроется во всем своем великолепии и многообразии. С юбилеем тебя, российский цирк! В этом представлении «Цирка на воде» переплелись красочная хореография и акробатические номера, от которых захватывает дух. Игра воды и света и нетрадиционное искусство иллюзий в жанре трансформация. Бабушка с дедушкой, они начинатели вообще этого жанра. Всего в 69-м году они в цирк вообще принесли вот этот жанр трансформации. И передали, так сказать, мне уже с супругой по наследству. На острове Сокровищ зритель увидит и схватку человека с крокодилом, и современное лазерное шоу, и клоунаду, от которой даже взрослые мужчины пускаются в пляс. Представление будет интересно всем, от мала до велика. Яркое выступление, замечательные артисты, водное шоу, великолепный высокий фонтан. Очень много эмоций, интересно, весело. У меня ребенок в восторге, он сидит и замирает. Светлана Стрибкова, Сергей Костин, новости губернии.